Всем привет, ребята. Сегодня 12 июня. Всех с праздником, с Днем России. Катя лопает у нас. Кать, ну-ка переверни, что ты там лопаешь-то. Покажи-ка. Уа! Вот такую вот фигню. Ну-ка покажи-ка, мама, что там фотографировала. Ну-ка, Даша, покажи-ка. Вот так. Даша лопает тоже пломбирчик. Мягкий такой пломбирчик. Второй день у нас. Мы гуляем. И мы едем в зоопарк к своим родственникам. Дальним, близким. Катя едет к обезьянкам. Нет. Даша тоже едет к обезьянкам. Мама едет к змейкам. Наташа, ты к кому едешь? К тиграм. Наташа едет к тиграм. А ты... А я еду 11 часов, будут кормить тюленей. Я еду, лично я еду кушать. Меня там будут кормить в 11 часов. Я это у вас и торопил, чтобы успеть к 11. Вот. Наташа у нас что-то самое грустное сидит. Не улыбается, не шутит. Наверное, у нее какие-то проблемы. К змейкам ты, да? С мамой вместе. Все ясно. Наташ, ты что какая грустная-то, а? Чего ты не улыбаешься? Поздравляю всех с Днем России. А, поздравляешь всех с Днем России. Поздравляю, поздравляшки. Ну, молодец. Мне подправила? Да, до буквы Р. До буквы Р не дошла. Все ясно. А ты где, в Одноклассниках, что ли? Да. Все ясно. Всех с Днем России, еще сегодня Троица. День Святой Троицы. Так, ребята, всем привет, мы приехали в московский зоопарк, но ребята тут первый раз, то есть тут вот сразу метро там выход из метро, вот я не знаю, кстати, что за здание, и сразу прям зоопарк вход. Очень удобно. Вообще тут что-то как-то, а я первый раз, я вообще как-то, и вон, наверное, туда вон, это. Только непонятно территориально, где мы, я вообще не понимаю, надо хоть по карте сейчас посмотреть, где мы находимся. А вон, смотри, тут какие-то, это... Класс вообще, супер, о, тут фонтанчики такие, ручки можно помочить, ой, вечер, наверное, светится, смотрите, о, ай, а я ручку помочил, ой, мат у нас чё, чё делать, да ты не качай, так, в общем, идем, смотри, тут всякие, им нужна наша помощь. А муж и белый медведь, вот. Их спасли зоопарки. Так. Потерянные навсегда. Вот так вот. Видали? Потерянные навсегда. Видали? Вот так вот. Так, надо все-таки понять, где мы территориально находимся. Сейчас надо посмотреть. Посмотреть нужно обязательно карту. Короче, ребята, обезьяна, вон она, что там в деле закутал, где там не вижу. Опа, под одеялко, солнышко припекает. Да, да. Вы видите? Ой, вы видите? Обезьяны гуляют, отдыхают. Так, все. О, там какие большие. Шимпанзе эти, как их. Не стучите по стеклу, написано. Вон она там сидит. В лежаночке. Класс тут вообще. Свежо. Вон, смотрите, вон они там, в зеркале. Вот они там за стеклом. Тоже обезьянки. О, вот здесь прям как хорошо видно. Вот он сидит. А? Сидит. Вон Наталья пошла. Вон там Катя. Вон она. Вот она вот здесь. Вот они в зеркале. Вот они. Эй, идите сюда, тут лучше видно. Не понимают они меня. Он Наталья идет.
Наташ, иди сюда. Тут лучше видно. Не хочешь. Фигакс отвернулся. А этот мужчина, он там, это обезьяна, там вверху. Мужчина так подошел, как надо. Слезай, слезай. И он пошел к нему сюда. Да? Да. Эй, что ты отвернулся-то? Смотри, не хочет? Обиделся. Не хочет позировать? Он отвернулся. Не хочет. Ну что ты, эй, ну повернись. Кто? Чего надо? Повернись, ладно. Нет, встаньте. Нет. Катя, не стучи, нельзя стучать по стеклу. Ну ничего, он вот так ладошку поставил, да, и да. Прям обезьян. Да. Сейчас вот этот, наверное, маленький приползет. Ну-ка, а мне поставь ладошку. Да. Кать, не надо. Пойдем на другое место. Не, чего ты? А? Дай. Ну да, здравствуй, чё ты? Ну чё ты, ну? Обиделся. Умка! Умка, я нашел тебя! Привет, Умка! Кать, классный Мишка? Это Умка! Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Это Умка. А, он уже вырос. Конечно, ты что, сколько лет прошло. Ой, тут прям, смотри, как тут аншлаг какой-то. Что тут? А, вон и где мишки-то все. Вот они, где все мишки. Они там купают. Вон и Умка плавает. Ой, вылез. Это я. А что за мех плавает? Один тут, да? Да. О, вон она как. Я тоже так хочу. Видишь? Мультяшная такая, вон она. Тут что-то можно, наверное, нажать. Сан, вон он. Не, ребята, я что хочу сказать, чтоб я так жил, а? Просто лежать и целый день сживать. Ему еще телевизор не хватает. У него телевизор зрительный. А, у него, да. Да он не очень-то как-то и смотрит. Он как-то не очень-то и смотрит. Ой, Даша. Девчонки наши. Вон еще, вон еще. Смотрим, пандочек. Телефон. Классно, да? Супер, да? Жирафик гуляет, все. Попозировать решил, да, подошел. И ушел. Обиделся. Куда? Домой пошел. Ага. Все, до свидания. Не кормите меня. Ваша еда меня убивает. Так. Гера, идем. Ушел жирафик. Ушел, обиделся. Так. Куда дальше, не знаю. Не бойся. Не надо, надо. Какая птичка? Какая птичка? Скажи себе привет. Глазки открыла. Не кричи только там. Он тюленчик. Плывет. Плывет, нас зрями шевелит. Шевелит на тебя, оп, и заплывет вниз. Оп, занырнул. И вот он по кругу целый день плавает. Сейчас теперь там выплывет. Целый день туда-сюда. Сейчас вот где фонтан, вот там сейчас он и выплывет. Вон он. Вон сейчас он там, вот он. Вот он и выплыл. И поплыл опять. А? Вот мы с Катей смотрим птичек. Да, Кать, пойдем сейчас смотреть пингвинов. Пойдем.
Вон там вон птички, вот тут птички. А вот смотрите, ребята, здесь Homo sapiens, человек обыкновенный. Вот он тут живет, в данный момент наводит порядок в своем жилище. Homo sapiens, человек обыкновенный, живет вместе с птичками. Ой, убежал человек, испугался нас с вами. Так вот, человек говорит, пошли пингвинов смотреть. Ем своих пингвинов. Вот она. Вверх ногами. Слоник пролетел. Вверх ногами. Ну-ка, ну пропусти тоже кого-нибудь, Кать. Вон она, смотри, Кать, вон наверху, видишь? И внизу еще, вот он. Все, пошли. Так, гулянка наша продолжается. Мы уже прошли всю территорию. И опять возвращаемся. Только мы с утра вот по этому мостику. Мы его прошли. А сейчас мы решили пойти вот по этому. По такому лабиринтообразному. Странно, почему-то все идут нам навстречу. Такое впечатление, что тут нельзя. А мы идем против течения. Все, ладно, все нормально. Нам пофигу. Движемся. Причем вот этот мост его вот сделали недавно. То есть его тут вообще был проход вообще по низу. С одной территории на другую можно пройти, только можно было пройти только по низу. Вон там девочки тут. Даша куда-то вперед уже убежал, а вот Даша нас ждет. Вот. И сейчас мы по этому мосту или идем. То есть вот этого моста не было. Вот такой вот мостик классный. В общем, вот такой вот мостик. Кстати, с самого утра мы вон оттуда вот вышли. Здание. А пойдемте вот с левой стороны. А? Пройдемся? Пойдемте, да? Интересно. О, смотрите, тут сверху. Вид какой красивый. Там ничего не будет. Ну и что там? Зона отдыха. Пойдем пройдемся. А мы отдохнем. А мы сейчас их войдем и посмотрим. Ладно, каких же пушистых брала? А? Чего боишься-то? Точно. Эй, ты мой друг. И червяков брала. Перуанский палочник. Но червяков это мерзко. Вот еще один кузнечик, несеция какая-то. Чего? Вот, кузнечик какой-то, несеция. Тут самое главное, что понравилось. Таракан аргентинский
И самое главное, таракан гигантский. Смотри, вот он. Вот они висят. Господи, какие непротивные. Ты посмотри, какой здоровый. А? Смотри. Съешь такого и наешься. Да офигеть вообще, блин. Где аргентинский? Тружеский, это ж у меня аж мурашки были по коже. Вот аргентинский, черный. Черный аргентинский. А это гигантский. Ой, вот. Жук Голиаф. Вот, смотри, Кать. Кстати, как он красивый, да? И он на руках. Даже на руках, смотри-ка. 90 миллиметров. А это кто? Это тоже какой-то палочек. Вот сидит, вот сидит. Вот он. Ой, тут много. О, здесь смотрите, сколько. О-о-о. Целые, да. Здесь без. Я уже замучился. Ой, уже очень плохо, я хочу домой. Но они домой не хотят. Это ужас. Мы потеряли Наташку. Где она, мы не знаем. Там как будто есть. Продолжаем смотреть. Он не ест, он что-то крутит, что-то. Смотри. Играет. Да он перевернулся, встать, а перевернулся. Ну как, ему никак. Ну ему же тут тесно, он спортом занимается. А, спортом? Да. Фитнес записался. Да. Вот, смотри, червяки какие-то ползают. Да ну чё? Таракан. Архимандрит. Вот палочек. Ага. Палочек. О, смотри, какой таракан большой. Папа. Вон они сидят в углу. Папа, те червяки, они радиационные. Да что это села-то? Ого. Вот такой здоровый. Вот такой кузнечик. Вот это два. Вот один, два, а вот и второй. Вот третий еще сидит. А вот еще сидит. И вон там сидит еще один. Тоже они такие незаметные вообще. Офигеть. Ну-ка дай-ка. Вот это кузнечик. Аквариум. Рыбки плавают. Черепашка. Черепашка круги наворачивает. Смотри, какая черепа. Все, выходим мы из зоопарка. Вот и здесь детский забор. Вышли? Все. Ой, смотри, какая. Да, что по-китайски тоже написано. Везде написано по-китайски. Да? Все, идем мы домой. Ура! Наконец-то домой! Наконец-то вот этот монстр, вот эта змея, которая там не могла расстаться со своими родственниками. Вот она, наконец она спустила, вот, разрешила нам пойти домой. Да, она бы еще бы погуляла. Мы виноваты. В общем, все, едем мы домой, ребят. Вот, ребят, смотрите, какая красотища. Какая высоточка. Красивый. Сталинских еще времен. Зеленые какие-то на них фигурочки. Это называется высотка на Кудринской улице. Все, вот она так называется. А это мы идем. Заставили нас обходить, блин, вообще обнаглели. Вот. Катя хвастается подарком, который купили. Москва кипит, ребята. Это
Москва, Москва это не для нас. Вот где Наташка? Ой, Наталья. А что Наталья-то? Фотографирует. О, господи. Мам, тебя сфотографировать? Где? На фоне вот этой высотки.